Друзья, вот пробежался 20 минут, нашел такую классную палку. Хотел сразу поделиться с вами интересными упражнениями для того, чтобы улучшить осанку. Вот такое упражнение. И стараемся растягивать плечи. Делаем так. 7. Раз. Прям вообще хорошо. Классно. Делаем повороты в одну сторону, в другую. Стараемся растягивать палку в разные стороны. Классное упражнение. Дальше руки ставим над грудью и делаем такое движение. Скручивания небольшие. Хорошо. Дальше делаем противовес. Тянем все вверх, а эту тянем вниз. Эту вверх тянем, а нижнюю вниз. Чувствуем натяжение хорошее. Дальше. Такое упражнение. Руки просто поставим. И чуть приседаем. Раз. А поясницу не прогибаем. 3. 4. 5, 6, 7. И делаем скручивание. Добавляем бедро. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Главное не лениться. Найти упражнение всегда можно. Все для осаночки, чтобы спина никогда не болела. Взяли, воткнули ее и наклонились. Растягиваем мышцы вдоль лопаток. Хорошо. Кто может, можно ниже. Наклонились. Добавили скручивание. Ай, хорошо. Отлично. И вот такое прям бомбовое упражнение для осанки. Одна палка, вернее, одна рука внизу, вдоль туловища, если так, чтобы вам было видно, а другая вверху. Делаем такие наклоны. Раз. То есть все соприкасается. Голова соприкасается между лопаток, весь позвонок и здесь вдоль копчика. И делаем такие наклоны. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь натягивается очень хорошо. Задняя поверхность бедра. Классно. Пять. Главное не лениться. А заниматься можно везде. Я 20 минут пробежался. Сделаю сейчас 5-7. Хорошую растяжку. Разминку. И еще чуть покручу легко. Хорошо. Потом еще пробегу 20 минут. На этом тренировка моя будет заканчиваться. Еще чуть поприседали. Раз. Себя чуть-чуть. Держим. 3. 4. 5. Чуть добавили. Раз. Для равновесия. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У меня сегодня выходной. Это я просто для поддержания формы над собой еще занимаюсь минимум час. И утром делаю еще специальное упражнение. Чуть покрутили себя. Почувствовали позвонки. Палочку чуть ниже поставили. Крутили. И сразу своеобразный массаж для мышц поясницы. И чуть палочку выше, 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 выше стараемся двигать. Отлично. Добавили движение. Раз. Тянули. Два. Оттянули. Отлично. И еще раз чуть осаночку выровняли.
Сделали хороший выдох. Можно добавить такое движение. Аккуратно, аккуратно. Максимальное натяжение. Отлично. Другая рука. Хорошо. Сделали выпад вперед. Наклонились. Ай, хорошо. Палочка вообще удачная. Нашел прям. Хорошо потянули заднюю, переднюю. Отлично. Добавили движение. Раз, два. И упор есть. Скользко немного. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну, такая палочка пригодится для занятий спортом. Не болейте, занимайтесь каждый день. Закаляйте себя. Растирайтесь. Это все здорово. Умейте пользоваться природой. Это очень хороший эффект для здоровья. Будьте счастливы, пишите и задавайте вопросы. До скорой встречи. С вами был Юрий Недашковский.